друзья! Всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Друзья, всем привет! Прибыли мы в Угодье. Завтра будет открытие охоты на утку. Вот, потихоньку поставили палатку. Сейчас я вам покажу, как внутри все у нас сделано. Вот, время 8 часов. Погода штиль. Но надеемся, завтра будет ветерочек и утка полетит. Вот здесь у нас расположился столик. Тут все. Здесь у нас будет спальное место. Бам-бам-бам-бам. Так что все только начинается. Ну вот, друзья, вечер, разведка перед открытием охоты. И это всегда такое завораживающее чувство. Недавно только отгремели выстрелы и прошла успешная охота по вяхерю. Кто еще не смотрел, обязательно зайдите, посмотрите. Вот. А мы завтра откроем уже охоту по утке. Это очень завораживающе. И каждый налет, он по-своему интересен. Так что ждем завтрашнего утра. И в 3 подъем берем ружье и выдвигаемся на наше место охоты. А наше место охоты будет на этом разливе. Вот утка уже летает, я посмотрел. Так что я думаю, завтра все будет успешно. Всем добрейшего утра. Открытие сезона по утке 2021. Он уже канонада стоит. Бедная утка мотается. Так, а мы выдвигаемся на место нашей будущей охоты. С нами 2 собаки. И нас 5 охотников. Так что вперед и с песней. Есть! Поле, мужики! С первой! Одного, да? Двух? Молодцы! О, Серега снял! Красава! Что? Серега снял! Молодец. Только доставай теперь! Серег, сзади 2. Такое прекрасное утро, что не поприкалываться. Пусть все думают, что мы уток шмаляем.
Пойдем сходим. Там постоим. Пусть ребята тут охотятся. Есть такое дело. Вот он, наш сегодняшний трофей. Молодая. Молодежь. С полем. Вот она. Есть такой. Соксон. С полем. Ну что, друзья, вот и наступила вечерка, открытие охоты. Выбрались мы с Татьяной. Вот. Народ постреливает, правда, неизвестно, в кого они стреляют, конечно. Вот. А мы ждем свою утку. Есть зеркало, в принципе. Вот. Постоим, посмотрим. Вот она, вот они. Летят. Ой, две утки бедные пролетели, и такая канонада по ним. Это охота в Подмосковье. Ладно, ждем. Ребят, немного по снаряжению. Маночки у меня Манков, компания Стикхант. И акриловый тоже Манков есть. Также Бэкгарден. 5 в 1. По патронам сегодня стрелял комары. Сибирь, пятерочка, 32 грамма. Азот. Вот. Вейдерсы. Костюмчик Тритон. Антимоскитный. Вот. Так что вот так. Потихой. Ждем. Народ бабахает, бабахает. Чё бабахает, непонятно. Ружбайка, всем известный, Браунинг Авто-5 с нами. Салют, ура! Вот она. Есть. Вода, да? Не воду. Воду ты что, не слышал? Это потом пойдем. Выходить будем. Поищем. Ну там возле канала как раз. Нет, что, есть, то есть. С полем. Угу. Вот так вот, левее, да, получается? Зараза. Это у березок, Тань. Да, ну ты не пройдешь туда. Там вода, мне кажется, нет?
Посмотри. Ну, пройди до берез. А? До березок подойдешь? Или давай я схожу? Ну, не знаю. Ну, посмотри. Вот возле этих березок, короче, прям. Нашла? А? Молодец. Подай. Подай. Ну-ка. Подай. Ко мне. Кряква? Ну, конечно, там хорошо попал. Бум-бум-бум-бум-бум. Это день победы. Бум-бум-бум-бум. Подай. Молодец. Умничка. Молодец. Подай. Подай. Ко мне. Молодец. Молодец. Вот она криковая какая хорошенькая. Да? Молодец. Так. Оп. Так, друзья, вечерочка у нас состоялась. Вот она, криковая. Одна добыта. Сейчас пойдем заберем вторую. Вот. С полем. Или кто это был? Вот, это кто летает? Сова, что ли? Нет. А кто? Фиг за это. Это сова. Вот, говорит. А? Прям над нами. Вот тут раз, обратно не влезает. Надеваем наш визард. И... Да все, не свети. И отправляемся в путь. Держи. Мой верный спаниель. Пойдем. Ну что, у нас здесь упала удочка. Надо ее поискать. Взяли фонарь барракуду. Вот она, наша уточка. О, кстати, это нырковая. Нырковая. А вот крижня. С полем. Вот так вот закончилась наша сегодняшняя охота. Не забываем подписаться на канал, да? Вот эти. Ага. Поставить лайк. Написать комментарий. Нас с полем. Вечерочка удалась. Все. Всем пока, до новых встреч. Бэм-бэм. Пу! Запах пороха, как утренний кофе. Рассвет и закат, как бальзам. Как же здорово на охоте, говорю я всегда друзьям. Посидишь у костра с гитарой на рассвете, да будешь щерка. Позабыв городские печали, возвращаешься снова сюда. Здесь ты просто охотник-добытчик, рядом только свои пацаны. Нет медалей и знаков различий,